Ребят, вот это чертилки. Разметочный карандаш по железу. И по стеклу в том числе. Я им уже пользуюсь лет 5, наверное, если не больше. И он до сих пор размечает металл, размечает стекло. Вот слышно, как он скрипит. Интересно, разрезать он его сможет, это стекло, нет? Сейчас попробуем. Я, конечно, понимаю, можно стеклом и гвоздем тоже разрезать стекло, но все же. Во! Интересно, разрезал, нет? Черта прям четкая. Ну, разметочный все-таки карандаш. Карандаш все-таки разметочный. Давай попробуем еще с другой стороны. На AliExpress, кстати, вот эту штуку обзывают еще и стеклорезом. Так что видим, что стеклорез из этой штуки не ахти. Чертилка, да. Вот так вот получается. Ребят, вот размечать. Да. Прям в легкую. Чем вы еще так сможете стекло поцарапать? А? Такое художество получается. Вот этот наконечник, он вольфрамовый. И он полый внутри. Если будете вот эту штуку затачивать, то он придет в негодность. Так классно, да? Вот практически в руках держу. И полоса остается. Китайская чертилка. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Что-нибудь еще покажем.